Здравствуйте, с вами магазин «База автозвука». Сегодня мы рассмотрим туристический карманный нож от компании «Ганза», модель J724M зеленого цвета. Поставляется в фирменной упаковке нож. Внутри у нас есть гарантийный талон, при покупке гарантия 1 год. Ну и сам нож. Вес его небольшой, 124 грамма. Общая длина его составляет 19 сантиметров, а в сложном состоянии 11 сантиметров. Вот. Ручка выполнена из композитного текстолита. Вот. Замок Axis Lock. Вот. Есть прижимная пластина металлическая для того, чтобы можно было повесить на пояс. Вот. Длина клинка 8 сантиметров, сталь используется 440C, толщина 0,3 сантиметра самого клинка. Вот. Заточка идет прямая, стандартная. Вот такой вот нож. Сейчас мы проверим, насколько хороша заточка заводская. Ну, как мы видим, то можно, в принципе, было немножко получше. Ну, в принципе, справляется со своей задачей. Вот, в случае необходимости можно более острым сделать, наточить. Дополнительные характеристики и стоимость такого ножа вы сможете узнать на нашем официальном сайте автозвук.ua.